Некоторые люди не могут провести ни одного дня без проверки сообщений в соцсетях, просмотра фотографий и смешных видео в Инстаграме или скачивания новых приложений на смартфон. Поэтому мы решили сегодня узнать у челябинцев, сколько времени они смогут продержаться без гаджетов. Если не звонят, то достаточно долго, потому что некогда. Все свободное время ребенок отнимает. Ну, если это необходимо, то сколько угодно. Если без необходимости, ну, час, полтора. Ой, я сутки могу. Если я выхожу на природу, то без проблем вообще могу. А чем заменяете? Ну, активным отдыхом. В снежки играем, в горки катаемся. Ну, все что угодно, на лыжи встать. Ну, на коньки уже давно, но хотя бы вот так вот, это без проблем. На полдня смогу. Да, в легкую, хоть сколько. Сутки могу, два. Ну, сутки точно смогу. Да я-то легко. Я независимый человек от этого. У меня мобильного вообще нету. Такой, да, я и не люблю пользоваться, потому что постоянно на кухне сгорит там что-нибудь. Ну, мы-то сейчас это уже в таком возрасте вроде нам особо редко. Это редко. Новости, погоду. Без гаджетов могу продержаться весь день. Не можем, потому что звонить надо и общаться с кем-то. Да. Они нужны. Ночью смотрим, не спим когда. Читаем в YouTube или еще что-то. Так, извиняюсь. Всего доброго.